Jahrmarkt. Welche? Sind Sie da denn nun? Schießt da hier хотелось предложить вам в качестве некоторого модуса работы, вот когда вы слушаете. Для меня абсолютным приоритетом в процессе слушания является некоторое собственное продвижение, ну то есть для меня мое, для вас, для каждого продвижение свое, то есть что-то новое, что вы должны для себя построить на основании того текста, который я излагал. Причем это должно быть вашей собственной индивидуальной работой и вашим собственным результатом. Одним из этапов на пути к этому результату является построение и некая организация конкретного индивидуального непонимания. Обратите внимание, этот момент такой, может быть, несколько непривычный. Индивидуальное конкретное непонимание находится в оппозиции к двум другим способом отношения. Первое, это когда полностью ничего не понятно, то есть все является одним большим вопросом, который я даже не могу сформулировать. С другой стороны оппозиции, это отношение, когда мне абсолютно все понятно, и все, что здесь происходит, все, что говорится, я уже знаю. Это вариант крайне нежелательный, это является, по сути дела, можно назвать это узнаванием, то есть всем, что говорится, независимо от того, новое для меня или нет, не новое, я узнаю то, что у меня уже есть в голове. Узнавание всегда является редуктивным жанром, потому что даже если человек говорит, казалось бы, что-то новое для вас, он это говорит с другой позиции, он это говорит в другом контексте, что-то новое потенциально содержится, если в результате вот такой вот проекции на плоскость собственных представлений новое не появляется, это следствие редукции. Значит, еще раз, мое предложение в отношении к тексту, в данном случае к моему, но, наверное, и к любому другому, который вы слушаете или читаете, это как бы абсолютная ценность. Это собственное продвижение, чтобы что-то выработалось новое. Этапом к этому является организация индивидуального конкретного непонимания, то есть мне непонятно именно это. И вот в том случае, если конкретное непонимание будет удержано на какое-то время, происходят процессы, которые, я дальше об этом буду говорить подробнее, процессы, которые не являются мыслительными, не являются осознанными процессами, но они стимулируют процессы мышления и процессы осознавания, и в конце концов, через какое-то время, может быть, без всякой внешней связи появится вот это вот новое понимание и, соответственно, собственное продвижение вперед. Я перехожу к следующему пункту. Я его коротко уже упомянул. Понимание и уважение к сложной работе слушателя. Что я делаю для того, чтобы эту работу каким-то образом вам не то чтобы облегчить, а сделать более эффективной. Значит, первое – это схема текста и оно же оглавление. Второе – это как я планировал этот текст. Прежде всего, текст сделан намеренно не плавный, то есть в каком-то смысле не последовательно. Делаю я это очень просто. Я составляю текст на компьютере и потом оттуда убираю, оставляя какие-то смысловые содержательные куски, я убираю связки, которые там есть. Для чего я это делаю? По моему опыту и по моему убеждению, гладкий последовательный текст очень сильно способствует вот той самой реакции узнавания. Мысль как бы скользит вот по поверхности этого текста и может часто не пройти внутрь. Нужны какие-то более или менее либо паузы, либо зазоры для того, чтобы организовать вот это индивидуальное непонимание. Я это делаю. Если кто-то в моем тексте это встретит, обнаружит, я прошу при этом не отвлекаться мыслью на то, что это следствие моей небрежности или недоработки. Это сделано специально и расчетливо. Это сделано для вас, для того, чтобы работа собственного продвижения была более эффективной. Второй момент.
многие вещи, то есть, точнее, даже не многие, а практически все основные смысловые компоненты, которые в частности присутствуют на схеме, я буду повторять в разных контекстах и с разной степенью подробности, с разной степенью глубины. Поэтому, если что-то непонятно с первого раза, не переживайте. Часто я тему какую-то или смысловой кусок просто обозначу, чтобы потом его углубить. Будет возможность его повторить, будет возможность его объяснить. В любом случае, для вопросов во второй части, когда идет обсуждение, в третьей части, когда пойдет свободный режим, я, опять же, готов это все изложить более подробно. И последний формальный момент, который относится к, отчасти к теме, отчасти к способу оформления доклада. Мой предыдущий доклад был на тему йоги. Йога рассматривалась как специальный тренинг по изменению сознания. Сознание у меня основная тема. Об этом я буду говорить дальше, буду показывать на схеме. Пока коротко схему обозначу. Сознание – это некоторый механизм, который производит мышление. Йога – это один из наиболее, с моей точки зрения, технически самый отработанный способ работы с сознанием. Опять же, я отделяю от психики и от мышления. На докладе присутствовал наш бывший коллега, системы методологического движения. И прослушав этот доклад, он мне предложил сделать доклад на тему онтологии индуизма. И для меня это самого протекало очень интересно, моя собственная реакция. Когда поступило это предложение, еще до того, как я смог сформулировать ответ, я почувствовал, что схема как-то очень резонирует во мне сильно. Я несколько часов должен был разбираться для того, чтобы понять, вот, что в этой схеме таким образом, в этом предложении меня таким способом заводит. И я понял, наконец, что там было для меня такого стимулирующего, возбуждающего. По сравнению с темой йога, йога как тренинг или как деятельность изменения сознания, тема онтология жизни, для меня была переформулирована вопрос, каким образом возможно освобождение, поскольку главной целью всех философских, слово философских в кавычках, конечно, системы индуизма, целью было всегда освобождение. Освобождение, спасение, достижение нирваны, я это пока все буду использовать как синонимы. Вопрос, который меня достаточным образом вводил меня в недоумение, каким образом освобождение можно достигнуть с помощью знания. Вопрос для меня был очень интересный, я над этим долго думал. Продуктом размышления является вот этот доклад. Пока как первое приближение я могу сказать, что с уверенностью и с некоторым облегчением я могу сказать, что никак и никаким образом. Никогда никакое знание не может вести, ну, то, как это формулируется в современной философской литературе, не может решать сотериологические цели, то есть служить цели спасения. Пока я закончил первую часть, и теперь перехожу к тому, чтобы немножко пояснить, вот каким же образом, откуда идет вот эта вот убежденность, что знание никогда не может служить целям спасения, хотя, если читать литературу, особенно если читать литературу, скажем так, не так долго, не так много, на европейских языках, на русском, на английском, на немецком. Когда читаешь, допустим, индуистские тексты, очень часто натыкаешься примерно на такую фразу, скажем, вот в Веданте, одной из шести классических систем индийской философии. Следствием порабощения, пребывания в сансаре является незнание, на санскрите называется авидья, а снимается незнание только с помощью знания. Иногда пишут знание в переводе, иногда употребляют, что гораздо, мне кажется, более правильным словом, прачня санскритского. При этом чаще всего эти слова используют как синонимы.
Вот с помощью прачни, то есть знания, можно достичь освобождения. Я постараюсь показать, что это совершенно не так, и первое мое вот разворачивание, почему это не так, я буду делать на уровне таком, как бы, этимологическом, на уровне анализа слов. Значит, прежде всего, что мы говорим о знании, и, ну да, скажем, с моей точки зрения, приличные или хорошие специалисты, когда пишут, что в самом деле нельзя достичь спасения, освобождения, нельзя достичь с помощью знания, но при этом добавляют теоретического знания. Каким-то образом намекая, что есть какое-то другое знание, практическое знание. Или вот в советской и англоязычной литературе был, со времен американского философа Полони, был установлен такой термин, как личностное знание. Что якобы с помощью всех этих видов знания можно достичь личностного, практического, еще какого-то, а вот теоретическим образом нельзя достичь. Мне все это кажется не очень серьезным, и прежде всего из-за того, что практическое, теоретическое, личностное все равно остается знанием, с какими-то дополнительными предикатами или определениями. Во-вторых, само слово «знание» не было определено с достаточной степенью четкости. Когда я сейчас говорю «знание», я имею в виду знание как таковое в предельном формальном значении, то есть не знание о чем-то. Знание о личности, знание о философии, знание об индуизме, а просто знание как некая форма чего-то. Сейчас я объясню на схеме сознания. Я в этом моменте должен извиниться. Дело в том, что я сегодня прилетел, и там процедура встречи... В общем, я... Схема, которую я приготовил, примерно так же, как и та, которая есть у вас сейчас, я ее просто забыл в другом месте. Поэтому я таким, я бы сказал, неверным фломастером изобразил. Я прошу прощения за график. Это схема сознания, которая для меня уже лет 10 является базовой схемой в моей работе. Пожалуйста, не пугайтесь, глядя на очень скверный рисунок. Я сейчас объясню, что это такое. В схеме сознания присутствуют два основных компонента. Первое, вот это называется КОС, это конструктивные органы сознания. Это не те машины, механизмы или органы, которые существуют в сознании и которые производят, во-первых, осознаваемое мышление наше, мышление в смысле вот процесса, да, и осознанное содержание сознания, то есть то, что мы знаем, или знание. Знания все присутствуют вот здесь, в этом месте. Осознаваемое содержание сознания. И в чем специфика именно знаний, как одного из видов осознаваемых содержаний сознания? Знание является именно таким видом осознаваемых содержаний сознания, которые предназначены или предуготовлены, оформлены для трансляции. Грубо говоря, знание — это то, что я могу сообщить кому-то. Существует другие здесь вот виды содержания сознания, которые очень, с моей точки зрения, невнятным, очень неправильным образом обозначаются как переживания. Момент очень тонкий, очень деликатный. Если вы его сейчас не поймете, отметьте себе где-то, я с удовольствием объясню его подробнее. В чем сложность осознаваемых содержаний сознания, которые мы обозначаем как переживания? Само слово «переживание» отсылает нас куда-то в область психологии, в область эмоций, того, что называется формально-содержательные компоненты психики. Но фокус здесь состоит именно как раз в том, что содержание переживания имеет свой собственный предметный компонент. Но предметный компонент, содержащийся в переживаниях, в принципе не транслируется. И поэтому люди могут говорить только о том, что я пережил, имея в виду только носитель вот этого предметного компонента. Предметное содержание полностью остается за скобками, никак не транслируется. Пока я оставлю, потом я буду более подробно описывать эту схему сознания. Значит, все, что я сейчас говорил, являлось
первым приближением некоторых дефиниций того, что я понимаю под знанием. Знание является такое оформление или такая упаковка здесь вот осознаваемых задержаний сознания, которые люди могут транслировать, сообщать один другому, без какого-либо ущерба. То есть я что-то увидел, я что-то рассказал, меня все поняли абсолютно однозначно. Небольшой совершенно сделаю шаг в сторону, потом вернусь назад. Я буду много говорить о сознании, что я понимаю под сознанием. Мне был отдельный доклад на эту тему в современной литературе, но, по крайней мере, в немецком насчитывается, по крайней мере, 7 определений сознания. Я приведу 3 основных. Первое и основное, как это используется чаще всего, и с чем вы, наверное, сталкивались чаще всего. Сознание используется как синоним осознавания. То есть я нечто осознаю, значит, это для меня является сознательным компонентом, сознательным переживанием. Второе. Сознание отражает способность человека находиться в бодрствующем состоянии и адекватно реагировать на какие-то сигналы. Так, я нахожусь в сознании, то есть я это слышу, я это понимаю. Когда я говорю о сознании, я имею в виду совсем другое. Для меня сознание лежит вот здесь. Вот. Еще раз повторюсь, сознание — это те органы или органы, машины, которые производят мышление и производят осознавание, пока очень примитивным образом. Примерно так же, как и, я не знаю, желудок выделяет желудочный сок. То есть все наши мысли, все осознанные содержания являются продуктом деятельности вот этих конструктивных машин. Очень важно то, что эти машины сами никогда, ни при каких условиях, в принципе, не могут быть осознаны. Самая распространенная метафора в хорошей литературе – мы не можем осознавать механизмы, которые производят самоосознавание, точно так же, как мы не можем увидеть собственный глаз. Так, это я закончил насчет сознания и продолжаю теперь следующий момент по поводу знания. Знание никогда ни при каких условиях не может вести к освобождению. Первое разворачивание – это этимологическое, то есть я сейчас буду говорить просто о словах, о терминах, которые есть. Да? Значит, в европейской литературе присутствуют 2 основных термина. Это знание и мудрость, наверное. В английском это knowledge и мудрость. Wisdom. По-немецки то же самое. Это Wissen, Wissen и Weisheit. Если мы возьмем санскрит, там присутствует по крайней мере 4, я бы даже сказал 5. Терминов, я сейчас их изложу более подробно. Значит, первый термин, с которого традиционно все начинается, это не знаю, термин или понятие, оставим пока это в стороне, это термин видья. Видья, от чего происходит в частности слово веды. Когда говорят про видья, используют слово знание. Теперь, когда я буду говорить слово «знание», имейте, пожалуйста, что это всегда с очень большими кавычками, да, потому что по-русски у меня просто не хватает средств, как это изложить. По-русски это будет знание с различными какими-то прилагательными, такое знание, другое знание, священное знание, трансформирующее знание. В санскрите это совершенно разные слова и совершенно разные предметы, совершенно разные виды работы. Итак, первое – видья. Когда говорят про видью, чаще всего используют прилагательное священное знание. Для легкости и для краткости я пока скажу, что священное знание, священное это означает крайнюю степень эзотеризма. Эзотерика, вещь на самом деле очень простая, ничего там нету мистического, это некоторое знание, которое требует изменения обыденного сознания человека воспринимающего, и вот это изменение, как правило, производит учитель раз и определенной процедурой, которая называется инициация 2. Когда степень эзотеричности достигает определенного градуса или определенной степени выраженности, в частности такой, что затрагивает смыслы, которые являются конституирующими для какой-либо культуры, вот эта степень эзотеризма я сейчас называю священным знанием. Вот когда говорят видья в литературе, чаще всего используют именно вот это вот прилагательное, что это священное знание.
описывает, что это высшее знание, знание Брахмана, но высшее мне не очень нравится, разве что только как показатель степени. Про Брахман говорить пока не буду, это дальше мы будем много. Итак, первое видео. Следующий термин, который есть, традиционно в западноевропейской литературе переводится как мудрость, это термин прачня. Достаточно распространенный термин. Сутры некоторые в своем названии, в названиях некоторых сутр присутствует это. Это мудрость, причем, с моей точки зрения, самое интересное и самое перспективное для понимания, что такое прачня, это есть одно высказывание, это уже буддийское, это не совсем индуистское, хотя об этом тоже позже. Прачня ничего не знает, но освещает глубочайший мрак. То есть для меня это тоже вот показывает, позиционирует прачня, что относится вот не сюда, вот не к мышлению. И, соответственно, знание это как результат, продукт мышления, не сухой остаток. А относится вот сюда, к конструктивным машинам. И поскольку конструктивные машины в принципе неосознаваемые, мудрость, то есть вот, у нас мудрость это какое-то особое знание. Там это совершенно другое, это вот относится сюда. Следующий термин. Наверное, самый распространенный, это термин джняна. Что интересно, джняна во многих текстах используется как синоним другого термина, называется апти. Апти это достижение. Здесь важно, что присутствует вот этот характер динамичности и характер реализации чего-то. То есть я достиг, я что-то завершил уже. Завершил, не знаю, в смысле Хайдеггера, который вот по-русски, кстати, очень близко. В слове завершения присутствует понимание вершины. Я достиг какой-то вершины, я достиг чего-то нового. То есть, прежде всего, джняна не впрямую соответствует, то есть я бы даже сказал, совершенно не соответствует нашему знанию, и в тексте, это текст Бхагавад-гиты, это ну, как бы, самый популярный, самый известный из индуистских текстов, есть следующая цитата. «Переживание естественного состояния в течение духовной практики называется упасаной. И вот когда это состояние становится устойчивым и постоянным, оно называется джняна». То есть, смотрите, чем мне очень важна эта цитата для моего рассуждения, для объяснения того, что вот видья, прачня, джняна к знанию в нашем понимании не имеет никакого отношения. Это деятельность, это духовная практика, которая достигла той степени выраженности, что она становится совершенно устойчивой. И она находится, я бы сказал, ну, в прямой оппозиции к некому нашему обыденному, каждодневному, я бы выразился, вот поскольку тема религии у нас будет звучать, профанному мышлению. То есть это нечто совершенно другое, другой тип умственной работы, связанный с обязательной трансформацией человека, который думает. И вот когда степень выраженности достигла того, что оно становится полностью устойчивым, только в этом случае оно получает название джняна. И теперь, опять же, по контрасту, чтобы показать, что расположено в индийской традиции ближе к тому, что мы называем знание, у них было два других отдельных понятия. Первое понятие – это анумана, оно наиболее часто присутствует в школе, которую у нас называют школе логиков. Это школа Ньяя, части даже Мимамса. Анумана – это любое знание, полученное с помощью логического вывода. Ну или можно с некоторым приближением сказать с помощью теоретического рассуждения. То есть это не имеет отношения к видье, к пражне, к джняне. Это анумана. И что особенно интересно, мне, по крайней мере, было особенно интересно, когда я на это наткнулся, есть еще термин, который называется идея. Я думаю, слово «идея», которое идет от античной традиции, произошло именно от этого. И словом «идея»
санскритском обозначалось любое знание, которое получено в субъект-объектной структуре. Что это означает? То есть любое знание, которое положено в той схеме, что я подумал вот это, называлась у них идея, и, соответственно, находилась в совершенно другой области по отношению к тем, где три вышеизложенные понятия, то есть видья, джняна и прачня. Это пока я подходил к тому, что я буду излагать дальше, мне очень важно здесь каким-то образом хотя бы наметить и обозначить такой пункт. Когда мы читаем литературу вот той традиции, той культуры Индии, и встречаем какие-то слова, знакомые нам, философия, религия, знание, онтология, надо понимать, что это вообще все совершенно другое. И никоим образом, ну или каким-то, я бы сказал, отдаленным, косвенным, опосредованным и случайным, связанным с тому, что мы понимаем. Вот сейчас я это попытался изложить в первом приближении на примере того, что знание там было совсем не то, что пониманием под знанием мы, хотя очень часто в литературе джняна переводится как знание, видья как священное знание, да, добавляются прилагательные, но это, с моей точки зрения, совершенно недостаточно, и люди, которые читают эту литературу много, их вполне удовлетворяет, поскольку они знают все эти контекстуальные упаковки, их вполне употребляет использование санскритских терминов. Если нет, то просто удерживайте то, что вот это не то. Знание не то, философия не та, религия не та. Семен, а можно тут воспитывать? А ты не мог бы просто вот как-то изобразить, вот как вот это видья, раджья, вот джняна и идея вот санскритская, они соотносятся, потому что ты как бы их называешь, но не демонстрируешь соотношение между ними. Нет никакого соотношения, но это как бы я потом, может быть, потом соотношение найдется, я перейду к следующему моменту. Частично это будет ответ на вопрос, но немножко в другом контексте. То есть ты как поэт, ночь, улица, фонарь, аптека. Вот. Примерно так. Все разное. Примерно так, потому что одна из главных тем моего изложения это будет. Тема уровней сознания, уровней мышления. Я буду рассказывать, как и чем эти уровни задаются. Опять же, в нашей западноевропейской традиции эта тема коррелирует, ну, скажем так, в ближайшей аналогии является тема горизонтов Гуссерля. У него было понятие «горизонт мышления». И одним из выводов, который следует, нельзя, находясь на одном уровне, понять другой, в принципе. Никак, это запрет. Табу, потому что если пытаться это делать, то возникают различного рода замещения, вот эти вот редуктивные узнавания. Ты говоришь, да, я знаю, что это такое. Хотя не можешь знать принцип. Поэтому сейчас я тему обозначил. Я обозначил, как сравнительно честный человек, я сказал, пустоты или лакуны между ними. Обозначить надо теперь каждому своему конкретное, личное, индивидуальное непонимание, я думаю, что в значительной степени оно по ходу доклада будет снято. Если нет, я это принимаю как заявку на дальнейшее обсуждение. Значит, следующая схема, которая у меня присутствует, это такая двойная схема. Я сильно забегаю вперед, и опять же прошу прощения за графику. Здесь изображается история Сангхи, потому что я решил сделать доклад не по онтологии индуизма, там слишком много деталей надо было, слишком много уточнений, в рамках доклада я бы этого сделать не смог. В принципе, я в качестве примера для онтологии индуизма взял одну из даршан, так называемых классических или ортодоксальных школ индуизма, Сангхи, и здесь очень короткая история. Я убрал, у меня та схема, которая присутствовала, которую я забыл, там было много других элементов, я убрал. Об истории я буду говорить позже немножко. Сейчас я хочу показать чисто вот эту графику, что это происходит. В какой-то период, когда развивалась вот эта школа Сангхи, там произошло некоторое разделение. Тут был немецкий
философ, индолог такой, Поль де Сен, он разделил самхи, период самхи на два периода, развитие самхи на два периода, доклассический и классический. И вот примерно в это же время, может раньше, может позже, я этого не могу как бы понять точно, думаю, что этого никто точно не поймет, произошло разделение на два каких-то компонента, на две составляющих, с моей точки зрения, принципиально разных. Первое – это пошло развитие самхи в сторону философии, то есть того, что мы понимаем под философией. То есть некий материал, о котором мы можем говорить, рассуждать, проверять его на логическую обоснованность, на последовательность, на аргументативность и так далее. Второй момент, который, с моей точки зрения, практически исчез из поля зрения европейской традиции рационально, это продолжался вот этот вот сутериологический компонент самхи как практика, самхи как деятельность, именно деятельность, продуктом которой должно быть освобождение. Степан, а что такое самхи? Я по 200, да, потому что этому будет посвящены значительные куски моего доклада. Первое я сказал, да, это одна из шести даршан, так называемых, одна из шести классических или ортодоксальных школ философии индуизма. Хотя философии, я сейчас покажу, это тоже имеет очень много отношений. Да, вот еще просто понимание. Я просто читал, что санхи берется в паре с йогой, и тогда говорится, что санхи это теория, а йога это практика. Это причем, кстати, вопрос связан с тем, когда вы говорили, что йога это система работы сознания. Но йога как раз отключает сознание. Если самки это работа сознания, а йога это как раз работа без сознания. Вот, объясните, пожалуйста, вот это не совсем. Вопрос подвисит, я об этом буду говорить подробнее. Очень часто действительно рассматриваются шесть систем парным образом. Самки всегда. Те, кто рассматривают это парным таким образом, самки рассматриваются в паре. Думаю, что я вижу основания для такого вот, ну, парного объединения, хотя, с моей точки зрения, это не является, скажем, абсолютным, потому что каждая из шести систем предлагала индивидуальный путь освобождения, индивидуальный путь спасения. Поэтому совсем объединять их нельзя. Но такая точка зрения есть, она достаточно, как бы имеет достаточно сторонников, то это тоже оставим, потому что я буду говорить о самхе и буду говорить о йоге еще дальше. Теперь я попрошу посмотреть вот на эту схему, на этот график. Он очень похож на это. Если здесь была показана, ну, обозначена история самхи, то здесь условным образом, корявым пером, история изучения самхи в европейской традиции. То есть если, условно говоря, с конца позапрошлого века это началось, серьезные исследования, я опирался, когда это делал, это два немецких, это Рихард Гарбе и Поль де Сен. В начале изучения самхи изучалась исключительно как система философии, только с философских позиций. Примерно здесь, вот в 60-е годы прошлого века, в трудах американских философов и индологов очень четко обозначена и была показана другая позиция, что самхи, помимо того, что это философия, это все-таки еще и система практической деятельности освобождения, когда человек что-то совершает с собой, со своим сознанием, прежде всего, а как следствие работы с сознанием, вот здесь на схеме, что-то происходит с сознанием, раз, с мышлением, два. В чем здесь наиболее сложный момент? Смотрите, сознание – механизм производства мышления, то есть осознаваемого мышления и осознаваемых продуктов мышления. Как с ним работать? С одной стороны, в принципе, никаким образом, это то, что еще говорил Кант, когда отрицал психологию, в принципе, как класс. Кант говорил, что нельзя изучать мышление его же собственными средствами. В европейской традиции самое сильное высказывание в эту сторону было сделано Мамардашвили, выдающимся нашим философом, у которого была блестящая метафора, он говорил, опять же, это вот, она у нас будет, я ее несколько раз буду воспроизводить в разных контекстах. Это глаз и поле зрения. Мамардашвили говорил, мы не можем произвольным усилием изменить диаметр своего зрачка.
но мы можем посмотреть вдаль. Это тоже, с моей точки зрения, это некий предел, которого достигла наша западноевропейская традиция, а в той, я не точно выразился, западноевропейская рациональная традиция, поскольку в западноевропейской традиции в античности, до того, как там разделилось на рациональную и религиозную, в религиозной традиции техники работы с сознанием существовали. Я возвращаюсь к этой схеме. Вот эта вот часть, когда стали интерпретировать или понимать Санкхью именно как систему некоторой практики, мыслительной практики работы с сознанием, а не философии, то есть то, что можно обсуждать теоретически. Но принципиальный момент для меня, вот понимать, каким образом Санкхья является практикой работы с сознанием, практикой трансформации, я сейчас как бы немножко у себя у самого украду следующую часть, новый термин, в моем докладе новый термин, гнозис. Каким образом это может быть не просто знанием, а гнозисом? Все вот это вот, с моей точки зрения, тоже обсуждалось теоретически. То есть, вот если мы возьмем вот эту вот часть, то как европейской рациональной традиции понималась техника, деятельностная часть Санкхи понималась тоже вот философски или теоретически. И главная мысль, основной акцент того, что буду делать я, в докладе я попытаюсь показать, что это с одной стороны явно недостаточно, с одной стороны, с другой стороны это является определенным, ну, я даже позволю себе сказать, извращением, и скажу, что с моей точки зрения необходимо, чтобы рассматривать любую систему индуизма, классическую, не классическую, именно как систему деятельности, трансформации сознания, продуктом которой или конечным результатом которой является спасение или освобождение. Это я пока закончил только первую вводную часть. Я вопросы на понимание, вот те, которые как бы не дают возможности дальше двигаться, короткую паузу. Три минуты. Чем-то внешне напоминаете, как бы депинасто вынужден легкое. А как бы к нему относиться? Он как бы скорее проповедник. Классический индуизм считается состоящим из шести философских систем. Философских меня просто коробят, когда я это говорю. Которые называются даршаны. Даршаны в переводе с санскрита примерно означают воззрение. Воззрение или... Классическими и ортодоксальными они считаются по факту своему отношению к ведам. Это священный текст индуистской традиции. Они признают авторитет вед, хотя вопрос не такой однозначный. В частности, вот эта санкхья считают, иногда называют гетеродоксальной, то есть она как бы авторитет вед признает, но процедуру жертвоприношения основную для вед отрицает. Другие есть нюансы. Значит, есть шесть классических систем индуизма, или шесть даршан. Это первая, самая старая, самая широко представленная, это Санкхья. Дополнительной к ней является йога. Вот когда мы говорим о йоге, надо различать два момента. Первое, йога является некоторым сквозным способом деятельности или сквозным способом тренинга, который пронизывает всю культуру индуизма. И классические системы, и неклассические, в частности, буддизм. И йога есть даршана, которая выражена классическим образом в труде, который называется «Йога-сутра», автор Патанджали, я об этом подробно рассказывал на прошлом своем семинаре. Санхья-йога, Мимамса, Ньяя, Веданта и Вайшешика. Это шесть названий. Мне сейчас важно... Три из них важны. Про Санкхью я буду говорить все время. Йога как дополнительная тоже у меня будет присутствовать. Веданта, которая в переводе с санскрита означает завершение вед, последнее по сроку, ориентировочные
Ориентировочное время создания – это примерно 6 век нашей эры. Санкхья, по крайней мере, на 1500 лет старше. Сейчас я Веданту упомянул в связи с джняна-йогой, вот куском, о котором я буду говорить, чем это интересно. Джняна – то, что у нас часто переводится как знание или как мудрость, и йога. Йога – это практика. Вот, знание, практики. Каким-то образом, здесь для меня важен момент, что это джняна-йога, с одной стороны, как бы знание, но с другой стороны, не в нашем смысле, вот, современной, рациональной, западноевропейской традиции, не знание в смысле теоретической, какой-то теоретической работы, не знание в смысле рассуждений, а знание именно в смысле практики трансформации собственного сознания, собственного мышления, как правило, но только как побочный результат этой трансформации личности. И опять же, в нашей традиции западноевропейской ближе всего стоит понятие гнозис к такому вот виду знания. Фактически джняна-йога являлась, известно стало в Европе, в Америке достаточно поздно, в 19 веке, это, по-моему, Вивекананда, когда был этот знаменитый конгресс в Нью-Йорке, он там это изложил. До этого была неизвестна по очень простой причине, существовала в закрытых брахманских работах, брахманских обсуждениях, не выводилась, в отличие от других, не... Я сейчас говорю о джняне-йоге, не о Веданте, не выводилось в ранг или на уровень каких-то публичных обсуждений. Коротко о Веданте, чтобы понять, вот, если джняна-йога – это как метод Веданта, что такое Веданта? Значит, основной тезис Веданты такой: мир ложен, брахман, то есть, условно я сейчас брахман обозначу, как абсолютный дух истины. Душа не отличается от брахмана, то есть индивидуальная душа человека не имеет, пока скажу очень категорично, не имеет ничего общего с душой в обыденном или в христианском смысле. Есть некая индивидуальная составляющая в каждом из нас, которая абсолютно тождественна вот этому всеобщему духу, но я не знаю, наверное, у нас ближе всего это понятие абсолютного духа деятеля. Весь мир ложен. Это... Когда мы будем говорить про санкхью, там это вроде бы не так, там признается реальность мира, поэтому санкхья описывается как система классического дуализма. С моей точки зрения, это результат непонимания, и в частности результат непонимания, кто пишет и для кого пишет. Об этом немножко позже. В принципе, о джняна-йоге речь идет уже в самом известном классическом труде всего индуизма. Это Бхагавад-гита, и основная идея, которая присутствует в джняна-йоге, очень близка к идеям, ну, внешне, конечно, близка к идеям христианского квиетизма, то есть отказ от деятельности. Я вот коллегам в методологическом прошлом несколько раз вспоминал, мне это кажется, поскольку основными базовыми понятиями методологии, помимо метода, это было деятельность, теория деятельности и деятельностный подход, карма, словарное значение – это деятельность. И основной смысл всей практически индуистской традиции, и помимо этого также в христианстве, вот это понятие квиетизма – это прекращение деятельности. Вот очень интересно, что следует за этим. Здесь опять же проблема уровня, с профанного уровня, с уровня профанного сознания – ничего, это абсолютная пустота. И понимание деятельности за пределами, или, скажем так, существование за пределами кармы является абсолютно пустым, логически пустой класс. Из-за этого идет много критики, совершенно, с моей точки зрения, беспредметные, поскольку нельзя, как бы, сидя здесь и находясь в одном состоянии, на одном уровне, судить о том, что находится на другом уровне. Может быть, отчасти как-то помочь к этому приблизиться можно со стороны, я немножко себя перебью, когда я к этому готовился, в процессе подготовки ко мне обратился Андрей Слюзин, спросил, буду ли я использовать работы Генова, Гена Генова,
французского философа. Я это использовал, но когда мне надо было ответить, мне надо было сказать что-то больше, чем «да, просто буду использовать». И когда я обдумывал ответ, я понял, что меня больше всего в работах Генона привлекает, и чем мне он кажется одним из наиболее, в этом смысле выдающимся, я бы сказал, заметным и важным из всех европейских авторов. Генон, в силу того, что он сам был практиком, можно сказать, религиозным практиком, но сейчас я это не хочу метафорсировать момент, лучше из всех известных мне, скажем, в меру моего понимания, европейских авторов, показывал вот это вот различие между пониманием знания, религии, философии, вот в понимании нашей рациональной западноевропейской традиции, то, как оно понимается там. Небольшой просто пример, и, может быть, это покажет, в какую сторону надо двигаться, не знаю. Если мы возьмем понятие религии, которое существует у религиозного человека и у человека нерелигиозного, атеиста. Года сколько, два назад, по-моему, на одном из семинаров Дима приводил слова какого-то, по-моему, это был священник, православный даже, который говорил, что Бог – это не понятие, Бог – это реальность. Вот обратите внимание, религиозный человек, для него Бог – это реальность, не понятие. Наверное, это так и есть, насколько я понимаю. Человека нерелигиозного Бог не является и не может быть реальностью. И вот эта вот разница является каким-то абсолютным барьером, который, по крайней мере, требует своего осознавания и некоторого к нему отношения. Поэтому, когда мы говорим о религии, допустим, вот если принять, что мы люди какой-то рациональной традиции, мы говорим, что у нас религия существует фактически как некоторым формальным образом обозначенный, но пустой логический класс. В каком смысле пустой? Там нет реальности никакой. Мы говорим, что религия – это представление некоторых людей, верующих, которые считают, что есть некое верховное существо Бог, которое ответственно за творение мира, за его функционирование и так далее. Вот как бы формально мы окружаем, но мы-то знаем, что нету такого существа. С другой стороны, религиозный человек. Он говорит, что вовсе это не понятие, это реальность, это все существует. Верите вы в него или не верите, не имеет никакого значения. Вот такое есть. То есть здесь религия и там религия. На самом деле вещи совершенно разные, которые совершенно разные в каком смысле? Они совершенно по-разному определяют функционирование нашего мышления и все наше, ну, я не знаю, смысл нашей экзистенции полностью. Хотя слово одно и то же. Учтите, что это совершенно разные вещи. Об этом очень хорошо писал Генон. Я, в принципе, не небольшой сторонник Генона в области его базовых утверждений о том, что раньше была одна великая наука, а сейчас какие-то сухие остатки. Но вот этот момент у него исключительно четко выражен, и это, я считаю, его большой вклад. Я коротко, я вынужден торопиться, потому что я выпадаю. Да? Я просто закончу этот момент, что такое джняна-йога, крайне интересный для меня момент. То есть, с одной стороны, знание, с другой стороны, практика деятельности. То есть, знание, но не в нашем смысле. Структура джняна-йоги, то есть вот таким, то знание, которое может человека привести к освобождению, к спасению, как угодно. Два есть условно этапа. Подготовительный этап. Первое – это разделение вечного от невечного, ну или, скажем так, священного от мирского, от профанного, по-нашему. Второе. Вторая часть подготовительного этапа – это отказ от влечений, стремлений к наслаждениям, причем это, опять же, индуистский момент, для нас совершенно непонятный, для них очень важный, как в этой, так и в будущей жизни. Есть смысл здесь немножко потерпеть за такое. В индуистской традиции, в частности, в джняна-йоге, отказ от каких-то преимуществ даже в будущей жизни. Следующая стадия. Контроль над умом и чувствами, отрешенность, упражнения в сосредоточении. Последняя, четвертая часть подготовительного этапа – это развитие сильного стремления к освобождению. На этом заканчивается подготовительная часть. Очень похоже, вот коллеги, которые помнят доклад о йоге, описание классической восьмичленного пути у
Патанджали, когда тоже четыре первые ступени были подготовительные, следующие четыре ступени, это уже начиналась, собственно, йога, практика медитации. Джняна-йоги это такие, ну, то есть они совсем другие. Первое – это принятие монашества. Без монашества невозможно то знание, которое может привести к освобождению. Второе – это изучение, тщательное изучение, я бы даже переформулировал, это медитация на текстах Веданты, обязательно под руководством учителя. Третье – размышление об истинах Веданты до написано вот в переводах, то, что я смотрел, до исключения сомнений, на самом деле это достижение некоторой когерентности, полной последовательности мысли. Вот. И последний этап – это медитация на положениях атман-брахман, то есть я есть брахман, моя индивидуальная душа, опять же, подчеркиваю, ни в коем случае не соответствует нашему светскому, профанному и, по крайней мере, христианскому представлению о душе, которое содержит в себе некоторые компоненты морального осуждения. Да, ну пока на этом остановлюсь, есть еще другие моменты. Только такого рода знание позволяет достичь освобождения. Еще один момент, я об этом буду говорить подробнее, пока я его только обозначу. Очень важный момент – это тема состояния сознания, не психики, а именно состояние сознания, в котором, возможно, та или иная форма знания или та или иная форма осознаваемых задержаний сознания. То есть тезис здесь очень простой. Некоторые осознаваемые задержания требуют своих совершенно специфических состояний сознания. Это, я прошу понимать, очень просто, я это хочу намеренно демистифицировать, это не имеет никакого отношения к какой-то экзотике, все очень просто. Это, ну, примерно вот тоже такая аналогия. Я когда в молодые годы занимался спортом, я заметил, что когда я выхожу на соревнования, на старт, мне необходимо, чтобы частота пульса, то есть частота сердечных сокращений, у меня была перед стартом не ниже 140 ударов в секунду. Если нет, то результата не будет вообще, в принципе. Да? Частота пульса в данном случае является интегральным показателем готовности организма, то есть выражает какое-то его состояние. Точно так же тема состояния, отсутствующая, впрочем, практически совершенно отсутствующая в философии нашей западноевропейской, она присутствует только в психологии, но по отношению к мышлению я практически не встречал, а в индуистской традиции представлено очень широко. Еще раз повторяю тезис. Определенное содержание сознания, осознаваемое содержание сознания требует своих специфических состояний. Без этих состояний невозможно что-то понять, в принципе. Вот вся индуистская традиция, джняна-йога, ну, даром, что там слово йога есть, и особенно в йоге, тема состояния является одной из самых, ну, не то чтобы центральных, но одной из самых часто упоминаемых, такой очень сильно, я бы сказал, методически разработанной и рубрикой. Я закончил первый компонент из этих трех, перехожу быстро ко второму, потому что, опять, летаю из рекламы. Значит, следующая часть – это называется Будда-чарита, это очень просто, это жизнь Будды. Автор, это индуистский автор, написал во втором веке нашей эры, это примерно 800 лет после рождения Будды. Здесь для меня очень важно, один из референтных авторов, на которого я опирался в процессе подготовки, это Владимир Шохин, современный автор, чуть не сказал, советский, российский, он ведущий специалист, по-моему, по вопросам религии в Институте философии. Собственно, слово «гнозис» его, опять же, я, с моей точки зрения, он употребляет это чересчур генерализованным образом, но мне очень близок его подход. Очень коротко расскажу, что такое жизнь Будды и каким образом это имеет отношение к онтологии сам. Значит, прежде всего, Санхья, как и любая приличная конфессия, ведет свое основание от
самого верха, да, от Бога, ну, от Шивы, да, то есть все всегда начинают от Бога. Как бы исторически высказывания, близкие к текстам Сангхи, начинается с периода Упанишад, это, ну, тоже с некоторой долей условности 8-9 век, но первоисторические сведения и первоисторический учитель Сангхи, это был человек, который был историческая личность, он же был и учителем Будды. И Будда начинал свой путь к освобождению именно у этого учителя, его звали Арада Калама, Алара, это, ну, в зависимости на разных диалектах, он был несколько старше Будды. Очень коротко напомню, как это, собственно, сама жизнь Будды и какое это имеет отношение к нашей теме. Значит, жизнь Будды, как она излагается в Буддачарите, сначала рождение, которое сопровождалось множеством чудесных явлений, на основании которых отец получил свидетельство о том, получил предсказание о том, что его сын либо станет властителем вселенной, либо уйдет и будет скитаться. Мать умерла, и, ну, как бы по буддийской версии, несколько партийной для меня умерла, от счастья узнав, что у нее такой сын. И отец, получив такое предсказание, воспитывал Будду он тогда еще не был, его звали Сиддхартха, что на санскрите означает «исполнивший желание». Воспитывал его до достаточно зрелого возраста во дворце, как бы изолированного от внешнего мира. Потом достаточно случайным образом произошло, это, по-моему, встреча этого Буддера была, да, основной категории Буддера, да, вот, три встречи произошло у Сиддхартхи, которые произвели на него определенным образом шок, полностью поменяли его мировоззрение. Он встретил, то есть он увидел то, чего никогда не видел раньше. Будучи уже достаточно зрелым молодым человеком, первый он увидел старого человека, второй он увидел больного человека. Это больной был больной водянкой, то есть был раздувшийся, признаки его болезни были очевидны. И третий он увидел мертвого. И вот это вот произвело очень глубокую на него трансформацию. Он ушел из дворца, а скитался, стал лесным отшельником. И во время этих скитаний вопрос для него был самый важный. Ему нужно было найти учителя. Что очень важно? Нужно было... Будда, нет, я все... Сиддхартха должен был найти такого учителя, который не просто излагал какое-то учение спасения, а который это все практически реализовал сам на себе. То есть... Опять же, тема, которая для меня является одной из центральных, есть теоретическое знание говорить на какую-то тему и реализовать это в самом себе. Будда искал и нашел Араду или Алару Каламу и пошел к нему в ученики. Это был первый учитель, исторически известный учитель Сангхи, что при этом очень интересно, он же считался очень большим специалистом в области йоги. В частности, он был первый, ну, как бы по историческим источникам, первый, который разделил йогу на подготовительный этап и на, собственно, йогу, то, что потом вошло в классическую йогу, в йога-сутре Патанджали. Будда прошел курс обучения у Каламы, реализовал это учение, причем завершил завершение курса, это была медитация на пустотности тела, которая должна была, с одной стороны, показать не то чтобы эффективность тела, это неправильно, не эффективность, не иллюзорность, а непричастность собственного тела к атману, то есть к индивидуальному духу. Будда это вроде реализовал, но остался, тем не менее, недоволен. И хотя, кстати, еще интересный момент, кроме Арады был еще и другой учитель, которого называют выдающимся мастером медитации, Рамапутса. Сиддхартха, или тогда он еще был Бодхисаттвой, то есть идущий по пути Будды, ушел. 6 лет продолжал заниматься медитацией самостоятельно, и потом в результате 6-7-дневной медитации под деревом Бодхи достиг полного просветления. Что интересно, после того, как... Да, он достиг состояния полного просветления и по указанию одного из богов должен был теперь
рассказывать о своем пути, о методе, который позже стал называться буддизмом, рассказывать остальным. Именно это он и делал, назначив себе срок 80 лет, после чего он как бы в наших светских терминах умер, а в буддийских терминах он вышел из колеса кармы, оставив тело, которое является сгустком или воплощением кармических привязанностей. Он оставил это тело, выполнив свои задачи, и ушел в окончательную нирвану. Интересный момент, очень важный для нас, вот в контексте того, что я буду говорить об Антагути Сангхе, когда Будда достиг окончательного просветления, одним из первых вопросов, который стал перед ним, кому он может передать вот это вот свое учение, то есть кто дальше может крутить колесо дхармы, первый, кого он выбрал, это был Алара, вот этот его учитель. Но тот к этому времени умер, поэтому Будда проповедовал, были другие ученики, которые в буддийской версии это был Шарипутра. Это, собственно, пока я коротко изложил то, каким образом описывается, ну, как бы классическим способом описывается жизнь Будды вот у Ашвакхоши, этого автора. Что теперь важно, теперь я немножко пойду вглубь, что из себя представляло обучение. Значит, Будда, который тогда еще не был Буддой, был бодхисаттвой под руководством Арамы или Алары, изучал сангхью, классическую сангхью, которая, то, что вот Хари сказал, во многих источниках расценивается как теоретическая даршана, теоретическая область индуистской философии, дополнительная к йоге, которая как бы является практической, практикой медитации. Сейчас я постараюсь показать, и здесь я в значительной степени опираюсь на работы Шохина, что то, что мы считаем теоретической деятельностью, вот совершенно, мне кажется, неудачной, вводящей в заблуждение термины, понимания, совершенно не являлись таковым, это просто на теоретическом материале, на материале онтологии осуществлялась некая совершенно специальная деятельность трансформации сознания. Сейчас я покажу основные приемы, которые это... Значит, первое. Возьмите, пожалуйста, эту схему, у кого она есть, да? Схему оглавления. Значит, первое, что помимо курса медитации, который шел в каком-то смысле параллельно изложению Сангхи. Первое — это было изложение антологии Сангхи, которое Алара сказал для Гаутамы. Для Гаутамы, для Сиддхартхи. Да. Я сейчас назову слова, те, для кого они будут незнакомы, их будет несколько, не переживайте, я потом буду очень подробно каждый из них обсуждать. Это Будхи Аханкара Манас, то есть по версии Сангхи существует дух, чистый дух, абсолютно это Пуруша, и природа, называется Пракрити. Природа существует в двух видах, непроявленная, на санскрите называется Авьякта, и проявленная. Очень важна процедура проявления. Первым проявляется то, что у нас в наших европейских переводах называется мысль или интеллект, на санскрите называется Будхи, потом появляется некая индивидуальность, которая индивидуальность, я в кавычках, или эготизм, называется аханкара. Потом манас, это то, что называется умом в нашем смысле, это некий орган, который контролирует органы чувств. И потом потихоньку возникают органы чувств, и из органов чувств возникают материальные предметы. Это очень важный и очень непривычный для нас порядок следования. Это первый этап изложения сангхи, то есть то, что называется, собственно, онтология сангхи. Онтология, я об этом скажу еще дальше несколько слов, это учение о бытии, точнее о самых сущностных и фундаментальных основах бытия. Вот то, что я сейчас назвал, это и в онтологии сангхи были самые сущностные, самые важные компоненты. Следующий этап, то, что происходило, то, что делал учитель с Буддой, с будущим Буддой. Изложенный материал онтологии, вот здесь, посмотрите, я почему сказал, вот здесь все эти слова перечислены с короткими пояснениями. Да, вот это. Чистое сознание, природа, проявленное, непроявленное,
интеллект, эготизм, органы чувств, тантры, индрии и так далее. Это я расскажу подробнее сейчас просто, чтобы, может быть, как-то подготовить место в голове. Все это, все названное, являлось материалом, на котором в дальнейшем осуществлялась совершенно конкретная, методически разработанная, по крайней мере, уже несколько поколений деятельность по трансформации сознания. Как это все происходило, с помощью каких инструментов? Первое. Это совершенно специальный язык самхи, специальный по отношению к обычному профанному языку. Иногда этот язык называют сакральным, слово тоже, ну, как бы без пояснения, оно мало что дает. Важно то, что слова, используемые в материале, который изначально был предложен Будде и любому ученику самхи, слова имеют значение, которое принципиально отсутствует в обыденном смысле. Это в самхи не так хорошо заметно, а особенно контрастно это заметно позже. Вот в буддизме, который представляет из себя определенным образом дальнейшее развитие самхи, Будда это доводил до степени отдельных специальных упражнений, например, то, что у него называлось мета-язык. Особый язык, не имеющий никаких аналогов, никаких в принципе референтов в обыденной жизни, в обыденном мире и в обыденной реальности, в той реальности, которая дана обыденному сознанию. Самый известный пример из буддизма. Ученику предлагается увидеть свое лицо, которое было у него до рождения. В философии это прием называется распредмечивание. Мы должны выйти из всех предметных значений, чтобы попытаться увидеть, чтобы создать место для вместить что-то новое. Это Плотин, у него было специальное позднее античное философ, у него было понятие вместилища. Вот создается таким образом, таким специальным иеротическим языком создается некое вместилище. Основное условие – язык, слова которого не имеют абсолютно, в принципе, никаких референтов в обыденной жизни или в реальности, доступной профанному сознанию. Я, кстати, забыл интересный момент сказать. Вот когда биография Будды описывалась, что произошло, когда принц Гаутама, будучи взрослым человеком, уже увидел, вот эти три встречи с ним произошло. Эта мыслительная фигура, в общем-то, достаточно известная в религии, она называется отсроченным откровением. Откровение производится некая отсрочка, чтобы человек был, находился в состоянии, когда он будет готов это откровение принять. В буддизме это, из того, что я знаю, в первый раз было описано, но чтобы понять, что это такое, мне больше всего нравится совершенно такая же фигура, она нечасто описывалась Эйнштейном, Альбертом Эйнштейном, в его автобиографии. Он писал, что он всегда с детства страдался медленным развитием интеллектуально. И в результате некоторые вопросы, которые мучают обычно подростков, в частности вопросы о бесконечности, которые подростки решают в каком-то возрасте, я не знаю, 15, 16, 16, его продолжали мучить, когда он уже стал взрослым человеком, стал уже ученым, и он пишет, что меня эти вопросы мучили к тому периоду, когда я уже стал ученым и имел весьма развитый теоретический и математический аппарат, чтобы эти вопросы решать. То есть, это тоже такая вот, с одной стороны, задержка, но смысл этой задержки к тому, вопрос сохранился до тех пор, пока он находился в Эйнштейне, в одном случае, в другом случае Будда, когда у него был развитый, он был в состоянии, развитый аппарат для возможности решения. Эйнштейн создал свою относительность, а Будда создал буддизм, свое учение. Я возвращаюсь к способам обучения, чем самхья, которая якобы считается часто очень теоретическое учение, чем оно отличается от теории и от знания. Значит, первое, совершенно особый язык, который не присутствует совершенно в обыденной жизни. Второй момент – это описание негативных состояний сознания. И здесь очень важно, дальше, когда я буду говорить об онтологии самки, это будет онтология, то есть то, как это присутствует в сознании. На этом этапе речь идет о феноменологии сознания, то есть то, каким образом эти состояния явны у человека, то, как он их может переживать.
должен актуализировать те свои моменты в сознании и мышлении, которые привязывают его к этой жизни, которые выражают его желания, кармические желания, и осознать их как свои личные желания, как препятствие к освобождению от страданий. Здесь очень важен момент личностного отношения. Теоретическое знание по своему принципу, по своему как бы базовому элементу этого не предполагает. Оно всегда считается объективной, отделенной от носителя и от производителя этого знания. Здесь, и вот уже хотя бы только по этому одному параметру, происходит совершенно другое. Человек эти переживания негативные, феноменальные, то есть то, что он может осознать, должен осознать именно как свое личное. Третий, достаточно, с моей точки зрения, последовательный компонент – это медитативная практика на материале своих личных состояний. Там это санхи – это на материале парных категорий. Сознательное, лишенное сознание, проявленное, непроявленное, рождение, нерождение и так далее. В знаниевой традиции, в рациональной, мы это все перечисляем, мы это все объясняем. Способность, то есть когда это идет в ситуации учитель-ученик, способность ученика повторить это и объяснить считается полностью достигнутым результатом. Здесь речь идет совершенно. Здесь речь идет о медитации. Медитация базовый совершенно центральный термин для практики трансформации сознания, абсолютно чуждый нашей рациональной традиции, он там присутствует, но неосознанно. Но присутствующие в западноевропейской традиции религиозной, особенно в эзотерическом, мне очень нравится слово, ну, в таких практиках, как суфизм, исихазм, католичество, больше, там, безусловно, медитативная практика присутствует очень часто. С моей точки зрения, это вообще главный резерв всей нашей традиции рациональной, поскольку медитативная практика является основным способом работы с конструктивными органами сознания, и в меру моего понимания она необходима современному человеку для дальнейшего развития мышления, то есть является настолько естественно необходимым компонентом, я не знаю, как процедура чистки зубов два раза в день. Следующий, я сейчас закончу, я все чувствую, что... Следующий момент. Если прочитать, я не хочу сейчас излагать подробности, у меня записаны примеры, цитаты из текста, я это не буду говорить. Если прочитать тексты Самхи, то Алара учил Будду. Существует масса метафор, масса иллюстраций, вернее, скажем, то, что мы воспринимаем как метафоры иллюстрации. В той культуре, и по своему глубокому смыслу, это было нечто совершенно другим. Это не были текстовые метафоры и не были иллюстрации для пояснения текста и для того, чтобы ученик этот текст мог лучше понять. Это было исключительно, единственно и исключительным образом картинки или материал для техники медитации. То есть это то, на чем необходимо было медитировать, причем медитации длились очень долго, они длились часами и в каждый день, и длились годами. Позже уже это существует значительная трудность с хронологией текстов индуистских, но вот в философской интерполяции, то есть в философской ставьте в Махабхарату, это Мокшадхарма, я имею в виду, там существует 32 картинки медитативные. Когда читаешь, я сам помню, читал, читаешь первый раз, вот одно, другое, там, огонь, который сжигает все деревья в лесу, после этого исчезает сам. Ну да, интересно, хорошая картинка. Проблема не в том, чтобы ее прочитать, и даже не в том, чтобы ее понять. Она, кстати, очень важна, я буду говорить о ней в дальнейшем, Эта метафора или эта картинка выражает ту мысль или ту идею, что спасение, достижение освобождения, достижение нирваны в принципе невозможны
никакими сознательными усилиями никакой мысли. Сознательные усилия мысли только подводят к этому. Для этого нужна вот эта метафора. То есть, как пожар в лесу, все деревья горят, но после того, как сгорают все деревья, в данном случае речь идет о кармических привязанностях, о чувственных вещах, что принципиально важно, и это редко, когда оговаривается, о всех осознаваемых содержаниях сознания, о всех мыслях. Должны быть уничтожены, остановлены все мысли, но посмотрите, пожалуйста, сюда, относится только к этой части. То есть все осознаваемые содержания сознания, мысли как процессуальные и знания как статичная часть. И в этом случае вся энергия остается именно здесь. Опять же, очень просто. Я бы хотел, чтобы у вас после этого осталось предельно такое, предельно утилитарное, предельно прагматическое представление о всей индуистской традиции. Идея вот полностью, полной остановки мышления имеет в виду только остановку сознательного мышления. И эта операция точно такого же типа, как и в сельском хозяйстве, в садоводстве. Мы подстригаем траву и обрезаем ветки. И тогда вся энергия идет в корень, в основание. Все знают, что если не стричь траву, она хуже растет. Если не подстригать дерево, плоды становятся мельче, хуже и с сельскохозяйственной точки зрения интересно. В этом коротко весь смысл, вся идея всего индуизма, начиная от Упанишад и кончая, не знаю, зрелым буддизмом. Я закончил второй блок и... Значит, третий блок – это онтология. Онтология, еще раз, это учение бытия. Я когда составлял это, я имел в виду, видел перед собой в качестве слушателей, прежде всего, своих коллег, которые в этой теме уже достаточно хорошо ориентируются, достаточно хорошо классифицированы, поэтому я не буду совсем... Два слова скажу просто для тех, кто, может быть, не так хорошо это понимает. Два слова о том, что такое онтология, и... Четыре слова о том, каким образом онтология для нас важна в понимании следующего пуска, это онтология. Онтология, традиционное словарное значение, это учение о бытии, обычно приводится в паре как с понятием гносеологии, то есть учение о познании. Онтология отвечает на вопрос, что именно что существует, и в отличие от существование, вопросы существования, которые рассматривают конкретные люди. Онтология рассматривает учение о сути бытия, о фундаментальных основах бытия, о метафизике бытия, то есть о бытие в своем предельно чистом, самом глубоком бытии. Это вот первое самое общее определение. Это я заканчиваю для тех, кто еще не слышал. И даже тому, кто с онтологией как уже немножко знаком,
Piloto, zinu to? Nu, mums izskatās, nu, es labu, es arī paklausos. Bez mūdā. Ko tāds kretiņi dabūja? Šo te tur, kaži mū, kaut huiņu. Bet tā ir, nu, viens gudu, tu trīs jau gudu. Es iet kolākā. Есть другое значение этого слова, связанное со словом «борьба», но «борьба» в интеллектуальном смысле, как напряженное обдумывание. Что мне кажется очень важно сказать в самом начале. Я приведу три цитаты, которые покажут о том, что понимание санкхи как онтологии в нашем европейском виде вот, по крайней мере, требует дальнейших уточнений, и дальше буду говорить это подробно, что онтология, то есть просто как знание бытия, является абсолютно недостаточной, является абсолютно вторичным для себя. Значит, первая цитата, это уже упомянутый мной Владимир Шутин, который писал, что нету практически ни одной версии санкхи, которая не была бы связана с информацией о ведической практике. То есть все упоминания, которые существуют о санкхе, связаны с йогической практикой, с практикой йоги, с практикой трансформации сознания. Основным инструментом это была медитация, основной плюс все подготовительные компоненты, то есть аскеза, пранаяма, асана и прочее. Следующая цитата. Это гениальный был советский, безвременно ушедший философ Дэвид Сильберман, который писал следующее. Все системы индийской философии произведены одним и тем же механизмом и организованы по одному и тому же структурному признаку. Структурным признаком являются веды, а механизмом – йога. То есть, еще раз повторяю. Механизм, который производит все системы индийской философии, для всех абсолютно, я уже говорил, что он является сквозным, в отличие от даршана. Йога как техника. Третье, это специалист из Индии, один из комментаторов санкхи, написал, что обоснование санкхи берет начало от опыта йогов, вынесение вовне своего внутреннего в виде предметов природных желаний. У него было другое слово, я об этом буду говорить дальше. Значит, еще раз повторю основную тему. Онтология, то есть описание внешнего мира, описание мышления санкхи не является самоцелью и вовсе не нужно для того, чтобы иметь знания. Это просто материал для медитации, материал, на котором производится деятельность трансформации сознания. У меня схема истории, я все это опускаю, я опускаю классические, неклассические труды, перехожу непосредственно к онтологии, то есть к описанию компонентов. Вот тех 25 или 24, кто как считает, это не важно. Посмотрите, пожалуйста, эти элементы обозначены у меня на схеме, на общей схеме доклада. Значит, первый компонент основной – это абсолютный дух, чистое сознание, все европейские термины, может быть, мы приблизимся к какому-то другому пониманию. Это то, что в санскрите означается словом «пуруша». Пура – это город. И одним из синонимов абсолютного духа является горожанин. Горожанин в том смысле, что точно так же, как и дух, не привязан к миру, не привязан к телу. Первое, это еще нам понятно. Второе, что совершенно чуждо всей традиции европейской, не привязан к мыслям, к мышлению собственному, не привязан к я, не привязан к представлению о я. Точно так же, как человек, живущий в городе, может туда прийти и уйти, точно так же Пуруша, то есть
обман и заглавие души никак не связан с телом, раз, и с мыслями человека, с мыслями о себе и с представлением о нем. Другой очень распространенный синоним абсолютного духа – это познающий поле. Природа обозначается как поле, во-первых, как то, что подвержен изменению, тут, естественно, абсолютное изменение. Поле подвержен изменению, во-вторых, поле – это то место, на котором сеются, на которое падают семена наших желаний и произрастают уже наши феномены нашей сознательной жизни, наши желания и наши мысли, что очень важно. Дух наблюдает это поле и познает, никак не связан ни с нашими желаниями, ни с нашим телом, ни с нашими мыслями. Вот это вот момент, который радикально отличается от всей традиции западноевропейской. Первое, значит, Пуруша – абсолютно чистый дух, не имеющий никакой связи, составляющий истинную природу человека, но человека в кавычках, поскольку он не связан с индивидуумом, соответственно, с психикой, там нету личности, в принципе. Следующее. Это природа, которая обозначается термином «пракрити», иногда по-другому переводят «пракрита», сейчас идет мода переводить такого рода термины словами среднего рода. Природа существует в двух видах. Первое – это непроявленная природа, о которой, в принципе, ничего нельзя сказать, очень напоминает то, как в современной физике, вернее, в современной космологии описывается существование мира до возникновения Вселенной, то есть до возникновения некой точки сингулярности. Это как бы существовал полностью вакуум. Непроявленная природа называется авьякта на санскрите, и существует три модальности бытия, как они называются? Они называются гунами. И вот когда три гуны находятся в равновесии, природа является непроявленной. То есть она никоим образом себя не проявляет и как бы не существует. Когда нарушается равновесие этих гун, природа переходит в проявленное состояние, и здесь чрезвычайно важно такая штука, которая называется порядок проявления. Что возникает, когда нарушают вот в результате равновесия гун, что возникает и в каком порядке? Первое возникает, это у меня все записано, да, смотрите, пожалуйста, обозначено, вернее, тема. Возникает нечто, что называется на санскрите словом будхи, обозначается словом мысль или словом интеллект. Что здесь принципиально, когда читается литература, что здесь принципиально важно понять? Смотрите, мира нету никакого в нашем понятии. Нет органов чувств, нету ничего, есть только мысль. Соответственно, вопрос, какая мысль, о чем мысль? Вот первое вопрос, что я говорил о таком вот индивидуальном, конкретном непонимании. Будхи, если это определять как мысль, это мысль в чистом виде, без содержания мысли. Еще раз, попробуйте это как-то запомнить, понять это нельзя в принципе, запомнить и удержать вот в сознании. Мысль, в которой нет никакого содержания мысли, поскольку нету ничего, о чем бы эта мысль могла быть. Следующий компонент. Значит, три гуны, которые являются модальностями мира, это сатва, раджас и тамас. Сатва – это уравновешенность и ясность. Раджас – это энергия, активность. Тамас – это инерция и подавленность. А считается, описано, что в том состоянии, когда преобладает гуна сатва, возникает сначала интеллект, дальше возникает в порядке проявления следующая конкретизация, следующий феномен, который называется аханкара. Аханкара переводится на европейские языки как эготизм, это некая степень индивидуальности, это то, что позже оформляется в представлении о «я».
эготизм, то в результате чего порождается индивидуальное сознание, но тоже с этим надо быть достаточно осторожным, потому что для содержания сознания пока нету никакого, в принципе, материала. После этого возникает порядок проявления, возникает 11 психических принципов. Это именно психические принципы, то есть это не... Смотрите, что еще здесь важно, то, чтобы отделять от нашего понимания, материи еще нету в принципе никакой. Сначала возникают органы чувств, потом возникают материи. Причем, когда мы говорим органы чувств, это уже такая вульгаризация, это европейская традиция, термин санскритский «индрия» — это некая потенция, некая виртуальная составляющая, которая может породить восприятие внешнего мира, которое делает доступным. Это сложно, но я готов это обсудить позже в свободном режиме. Значит, это 11 таких элементов, они разделены на две группы. Это виртуальные нематериальные элементы, которые позже порождают способность слуха, обоняния, осязания, вкуса и зрения. Они называются джняна индрии, то есть те органы чувств, которые определяют возможность познания. И 5 других — это кармен индрии, это те, которые определяют возможность активности. Это те элементы, на основании которых позже порождаются руки, ноги, органы производства, органы испражнения и дыхания. И 11-й компонент — это то, что в нашей традиции, в нашем переводе называется ум, на санскрите называется манас, некий орган, который координирует способности чувственности, способности мышления, и именно вот в этом вот манасе считается, что ментальная способность соединяется с понятием индивидуальности. Дальше следуют элементы, которые называются танматры. Танматры — это тонкие объекты, еще доматериальные, которые... часто обозначается как потенция. Потенция материи — это звук, касание, образ, вкус и запах. И последний компонент — это 5 грубых элементов, которые называются махатхута. Это великие элементы в том смысле, что здесь, только в этом ряду, появляется понятие материи. В нашем понимании, да, это пространство, воздух, вода, огонь и земля. Что я очень сильно, я очень многое выкидываю, что здесь принципиально важно? И что отличается от нашей традиции? Первое. Пуруша, как чистый дух, не имеет принципиально никакого отношения к мышлению. И очень сложный вопрос, который очень много дискутируется, вызывает массу спор на протяжении всей традиции Сангхи, начиная со времен практически Будды и кончая до наших дней. Но в наши дни это претензия наших философов, наших логиков к Сангхи в той форме, что вот они это не понимали и не могли объяснить. Абсолютный дух, чистый дух Пуруша никоим образом и никак не связан с мыслями. Установка на протяжении всей Сангхи идет очень жестко. Тем не менее, к этому можно подвести и какая-то связь есть. Один из великих индийских комментаторов писал, что связи никакой нету, но Пуруша в особо чистом состоянии, когда гуна-саттва практически полностью присутствует в психике человека, в манасе, гуна-саттва делает способным нашу психику отражать чистый дух, примерно так вот его метафора была, как в кристалле отражается цветок. Но при этом, если Пурушу считать кристаллом, то цветок, который отражается в этом кристалле, никак не связан и никак на него не влияет. Но момент необычайно сложный, совершенно непонятный, вызывает массу критики. С моей точки зрения, вся эта критика отражает глубокое непонимание одного элемента, именно элемента, о котором я скажу дальше, в следующей своей части, это соотношение осознаваемых содержаний сознания и механизм, который это производит. Я так понимаю, возникли и вопросы, и позыв к полемике, так что... Нет, вопрос, зачем отличается парменитом от панишатта? А вот проще такой задать, такую формулировку. Ты ее оставь, пожалуйста. Да, принципе, ну, пожалуйста, могу... всем остальным ясно, когда я всех поздравляю. На концовку. На концовку, да. Я думаю, это никому не интересно.
собой всех остальных мышлений, если мы кулисы будет и я сказал мышление, я сказал а что именно? Связано как бы с нет, ну у нас дискуссионная часть задумана после того, как Семен закончил. Единственное, хотелось бы, ну, чтобы ты там скорее сделал отбивку, чтобы действительно можно было это обсудить. Ну то есть сейчас вот профану в смысле не трансформированного йога. В этом смысле есть очень вот йога, как некоторым образом предвиделось завершение индуизма. Вот. В йоге, вот в буддийской, я бы сказал, в буддийской йоге описываются такие вот компоненты, элементы, как дхарма. Вот. Ну, то есть дхарма с большой буквы это учение, дхарма как элемент мышления. По сути дела, дхарма – это и есть та самая мысль, которая отсутствует содержание мысли. Представить это, в принципе, невозможно. Любой нормальный человек сломает себе голову, но тут мелькает, вот я тут читаю, думаю, это натыкаюсь на такую мысль, которая все ставит в свои места. Дхарма, о ней можно говорить, можно практиковать, но она видна и она понятна только в йогически трансформированном сознании. Пока эту мысль держим, дальше я буду говорить об уровнях, это будет понятно. Нельзя понять механизм, с чего я начал этот кусок, соединение абсолютного чистого духа Пуруши с природой, то есть психикой и с мыслью, что очень важно. В западноевропейской традиции такого нет. Здесь есть разделение мысли и природы, то есть материального и идеального составляющего. Индийская традиция очень сильно отличается от того, что идеальный компонент в виде наших мыслей, в виде осознаваемых продуктов, мышление все равно относится к природе. К духу не имеет никакого отношения. Я говорю о том, что это есть, устанавливается очень жестко, но понять это в принципе невозможно, исходя из того состояния, которое имеем мы, ну, условно я это называю профанным состоянием. Я закончил очень-очень сильно скомков часть, которая называется онтологией. А, да, последний момент, чтобы было понятно, что это такое. Все перечисленные элементы, 25 элементов, они называются принципами или татвами. Смысл не в том, чтобы их знать, а в том, чтобы это стало материалом, на котором происходит медитация, и смысл всего, смысл самки, не как философской системы, а как сотериологического учения, то есть учения, которое ведет человека к освобождению, состоит в том, чтобы человек понял, но понял в особом смысле, чтобы это было экзистенциальное понимание, которое стало сущностью его мышления, то есть отсюда перешло сюда. Это можно условно назвать так, что я мыслю что-то или мыслю через что-то. Вот механизм, производящий мышление. Вот. Сюда должно пойти вот это вот представление о том, что моя сущность, индивидуальная сущность, индивидуальное проявление Пуруши является атман, моя сущность не имеет никакого отношения к моим мыслям, в том числе и моим мыслям о себе. Коротко я перехожу. Я обещаю торжественно, что я в течение 15 минут закончу. Проблема уровней, крайне для меня важная, проблема уровней присутствует в рациональной традиции, не присутствует практически совсем, в религиозной традиции западноевропейской, мне очень нравится, она присутствует практически как проблема двух уровней, профанного и сакрального. Очень мне в свое время понравилось, что Августина Блаженного было выражение, когда человек пытается понять сущность Христа, у него было высказывание «безрассудно надмеваясь плотским своим умом». Плотским, то есть профанным умом. Проблема разделения уровней. В индуизме сквозным механизмом была йога, там насчитывается 5, 6, 7 уровней, уровней трансформации сознания, если мы говорим о онтологии. Как изначально ко мне был обращен запрос сделать доклад о философии, об онтологии индуизма. Вопрос на самом деле содержит в себе целый ряд предварительных моментов, которые надо обсуждать, прежде чем ответить. В зависимости от степени трансформированности сознания,
в онтологии, то есть вот в бытии, которое видит человек индуистской культуры, появляются совершенно новые объекты. На одних, на одном, на профанном ты видишь одни объекты, на следующем уровне ты видишь другие объекты совершенно новые, не видя предыдущие. Вот как бы классическим способом медитации буддийской, я бы даже сказал все-таки буддийской йоги, это обратное воспоминание, что я делал полчаса назад, что я делал вчера, что я делал год назад, момент рождения, до рождения, то есть надо вспомнить все свои предыдущие рождения. Считается, что Будда в состоянии полного просветления проследил все свои предыдущие рождения в других жизнях до момента возникновения Вселенной. Так, чем проблема уровней характеризуется с нашей точки зрения, ну вот с, как бы со светской? Задается уровнем развития конструктивных машин. То есть, в принципе, на первом, в первом приближении вещь очень простая. Да? Представьте себе, что там существуют какие-то органы, либо один орган с разным как бы, объемом, но как мышца с разным объемом. Один объем ты можешь одно поднять, другое, другое, третье, третье, четвертое, четвертое. Если нету необходимого объема, нету либо новых машин конструктивных, либо состояния, хотя состояние к уровню все-таки не имеет отношения, это функциональный параметр, поднять, если использовать аналогию с мышцами, если говорить о мышлении, понять, ничего невозможно в принципе. То есть, если не готовы мышцы, мышцы, связки, сухожилия, то вес, большой вес, просто, ну, как бы он порвет вам, порвет мышцы, порвет руки. Ничего не произойдет. Если это аналогия с физическим усилием, если мы говорим о мысленном усилии, если существует какой-то определенный уровень развития вот этих вот органов мышления, человеку предъявляется некое отсюда вот представление, которое человек не может понять, что тогда происходит. Принципиально важно то, что ни в коем случае не происходит в такой ситуации, когда человек говорит, что-то есть очень сложное, что я понять не могу. Происходит всегда нечто совершенно другое. Происходит проекция на существующий уровень, который задают эти машины. Происходит то, что я называю узнавательной редукцией, то есть вместо понимания происходит узнавание. Человек сводит вот этот новый материал к тому, что он уже знает. И говорит, я это все знаю. Вот как, например, Алексей, все, что не говоришь, и все это было уже у Платона. Никаких вопросов. Предыдущий, я Алексей обязательно дам потом слово, потому что предыдущий, на предыдущем семинаре ситуация разыгралась ну, практически дословно, когда я излагал йогу, один из присутствующих говорит, вот все, что описано на высших ступенях йоги, когда человек практически осознавается вот, вот это вот, останавливаются все осознаваемые компоненты мышления. Все это описано было в прошлом веке психотренингом. Что важно в отношении, ну как бы вот в модальности отношений? Можно, конечно, это все принимать, потому что это любому нормальному человеку дает чувство такого простого и понятного удовольствия. Я это уже все знаю. Мне приятно. Вот он говорит, а я уже знаю. Чисто прагматически, опять же, утилитарно, прагматически, я рекомендую от этого воздержаться, потому что если я с этим пришел и я с этим уйду, зря я здесь сидел. Я потерял время, лучше, там, лучше бы заняться чем-то другим. Если же вот удержать понимание, что это что-то другое, тогда можно совершить вот это некое внутреннее движение. Еще раз, проблема уровня. Уровни мышления, с одной стороны, то, что я могу произвести, это как бы вот такой проактивный, то, что направлено вперед от меня, то, что я могу произвести своим мышлением. И обратный такой, ретроспективный, то, что некое содержание, которое мне пришло, то, что я могу понять, задается существующим уровнем этих конструктивных машин мышления и машин или органов мышления. И весь смысл цивилизации, цивилизации вот как бы, ментальности индийской состоит в том, что основной вектор активности мышления и сознания должен быть убран отсюда, то есть отключить первое
чувственные все, ну, чувственные не в смысле каких-то желаний, а чувственные в смысле познавательных чувств. Отключить сначала это, во-вторых, отключить все мышление. Это все убирается, тогда начинает жить вот это вот. Еще раз, используется эта аналогия, но это аналогия, не больше того. Это когда мы подстригаем траву, которую надо подстригать. Знаете, ту историю про английского садовника, у которого американец спрашивает, у вас идеальный газон? Что надо делать, чтобы такое получить? Он говорит, ничего, подстригать его как-то. Всего-то, да, всего, но 300 лет. Что я хочу сказать, и это, с моей точки зрения, совершенно неизбежный и очень важный этап. Чем раньше он будет не просто осознан, а из знания его компонента переведен сюда, то есть когда он станет регулятивом мышления, мыслительного действия, этот момент надо заканчивать вот эту экстраполитивную из знания направленность нашего сознания и вектор активности переводить сюда. Самая, как бы, в чистом виде методически отработанная практика — это то, что называется медитацией, но как бы в смысле индуистской традиции, а не как латинизм, который используется у нас, а который практически сближен с понятием мышления. Это первый момент. Второй, это вот я закончу за 5 минут. Второй вывод, который я делаю для себя из опыта изучения индуизма, онтологии санки, это необходимо, и с моей точки зрения, по крайней мере, я буду дальше потом работать, необходимость маргинализации теоретического мышления. Мышление, которое, во-первых, существует в субъект-объектной структуре, и, во-вторых, где продукты мышления и сами мысли отделены от субъекта, который производит эти мысли. Субъект очень важный, я буду сейчас говорить, это важный и сложный момент, но субъект здесь понимается не психологически, не как личность, а именно как вот производитель, именно вот как носитель этих конструктивных органов или конструктивных машин сознания. Они использовали какие-то слова, у них были диски, у них были обсуждения. Мы со своей позиции, с позиции философии, с позиции, в данном случае, не смотрим, видим то, что можем видеть, и говорим, что вот они делали вот это, на самом деле они делали совершенно другое, мы только это можем видеть. Философия, как таковая, в Индии тоже была, а у нас в какой-то момент тоже вот таким вот образом изменилось вот практики освобождения, практики самоговорительства. Возникла у нас в поздний индийский период, только 6-8 век до нашей эры, когда появились шаманы, это бродящие проповедники, которые, во-первых, между собой спорили, во-вторых, организовывали диспуты с участием брахманских школ, и очень важно, это были публичные диспуты с участием федерации арбитров ПАК. И публика, и арбитры не занимались в данном случае вопросами освобождения, вопросами достижения правды, вопросами спасения. Поэтому вот работа на такую публику предполагала именно философию, то есть аргументирование, логику, доказательства. Это в принципе тоже было, но это совершенно другое. Это то, что шло как бы параллельно вот этой линии, которую я в основном называю сотериологической, то есть практика деятельности на линии трансформации сознания. В нашей культуре она не присутствует в явном виде, была в религиозной европейской традиции, но тоже не так сильно выражена. Все, я закончу. Спасибо. Спасибо, коллеги. Я очень я вам подходил, потому что вам много, а вам сильно достаточно. Все, теперь, значит, совсем коротко. Я небольшое совсем вступление сделаю к организации коммуникации, пока еще идет семинар. По поводу прошлых моих выступлений, вот эта часть, последняя, заключительная, мне как бы не удалось совсем, я это чувствовал сам, и я получил по результатам своего последнего семинара обратную связь, один из присутствующих коллег и один отсутствующий, который все это прослушал в записи, достаточно сурово меня критиковали, и когда я как бы продирался через целый ряд различного рода нехороших слов в свой адрес, мне надо было понять, что же имелось в виду, и
я понял, что отвечая на некие замечания, реагируя на некоторые вопросы, я вел себя, то есть я предъявлял себе не все требования, которые я предъявлял себе при написании рецензии. То есть, если сказать очень грубо, я вместо того, чтобы заниматься этим продвижением себя, продвижением другого, я начинал обслуживать некоторые моменты, которые еще уже есть. Вот я считал так, а вы говорите, вот это неправильно. Я занимался этим, там вот в прошлый раз человек приехал. У диктофона главное. Павел Васков, программист, по хобби поэт, писатель. Петр Васков задает. Павел. Павел Васков задает вопрос. Да. Мне вот про да, движение энергии. Ученик Ясинского, скорее. Да. От конструктивных органов сознания к осознанным не совсем понятно, что там происходит, да. Более подробно. Вопрос достаточно сложный, поскольку там есть как минимум два больших направления. Первое, что происходит с энергией, но энергия это в кавычках, да, то есть на физическом смысле. И второе, как вообще отсюда сюда происходит передача. Ну да. Значит, я отвечу на ваш вопрос, сейчас я просто сделаю. Если кого-то вдруг интересует одна тема, которую я сейчас сократил, ну, убрал для краткости, чтобы не мучить вас слишком длинным текстом. Когда мы говорим о онтологии индуизма, грамматически это не совсем правильно, потому что в этом случае мы описываем онтологию в индуизме, то есть то, как она, вернее, как мы понимали онтологию, описываемую представителями индуистской культуры. Есть еще другой момент, который можно было бы грамматически обозначить как онтология в индуизме. И это этот второй момент предполагает нашу внешнюю позицию к культуре вот индуизма, то есть то, что мы видим. Мы видим, а они не видят. То есть дело в том, что если существует некое поле наблюдения, вот то, как человек одной культуры наблюдает что-то там, да, вот как сами индуисты наблюдают индуистскую культуру. Человек, вот наблюдатель, всегда находится внутри этого поля. Нету внешней позиции, вакуума, он не может оттуда выйти. Любой человек, наблюдающий что-то, да, вот в данном случае философ Санхи, который описывает онтологию, он обладает некоторой своей плотностью, которую он это поле возмущает, и в результате он там видит не все. Именно в силу того, что у него присутствуют какие-то знания, собственно, чем-то он обусловлен. Соответственно, человек, который видит онтологию индуизма извне, имеет массу как бы проблем, массу минусов, в частности, вот я говорил, самая большая проблема, чтобы понимание не заменить узнавающей редукции. С другой стороны, он не имеет той плотности, он имеет другую плотность, чем человек той культуры. И в частности, я опустил момент, индуизм классический, вот в частности Санхи, описывает вот онтологию, вот эти 25 элементов, которые я описал. Если бы это делал человек другой культуры, например, я бы туда добавил целый ряд элементов, которые индусы не видят в силу того, что эти элементы входят в их сознание органично. Ну, опять же, вот эта аналогия с глазом. Вот, значит, вопрос межкультурной позиции, в чем ее ценность. Значит, в физиологии зрения известен такой момент, на сетчатке глаза есть слепое пятно, так называемое. Вы слышали? Слепое пятно – это то место на сетчатке глаза, куда выходит зрительный нерв. В этом месте нет светочувствительных клеточек, палочек и комбочек. Соответственно, этим местом человек ничего не видит. Но, обратите внимание, в поле зрения у человека нет слепого пятна. То есть, когда мы на что-то смотрим, у нас нет ни одного пятна, которое было бы белое, где бы не было какого-то изображения. Достигается за счет саккад, так называемых, то есть движение глаза постоянно, когда движение глаза перекрывает вот это слепое пятно. Глаз движется все время. Точно так же происходит с культурными позициями. Это все ответ долго, я подхожу. Я сокращаю время, нет, я это потом расскажу. Значит, смотрите, как это может влиять одно на другое?
сама жизнь сознания, то, вот я к чему начал с культурной позиции. Культурная позиция – это некая плотность, которая возмущает поле наблюдения. Сами эти машины по себе, они составляют экран сознания, куда сознательным образом мы заглянуть не можем. Это наши культурные горизонты, которые вот, мышлением в принципе непреодолимы. Насколько я понимаю, вот то, что я могу понять, сам обладая таким профанным плотским мышлением, но насколько я могу понять тексты, которые пишут в индийской традиции, вот смысл йогической трансформации, что они вот в силу медитативных вот этих практик каким-то образом вот сюда влияют. В принципе, вот нам влиять невозможно никак сознательным образом, но изменения происходят косвенным образом. Я вот напоминаю цитату, вот эту блестящую цитату Мамардашвили. Мы не можем произвольно изменить диаметр зрачка, но мы можем посмотреть вдаль. Тогда меняется. Да? Вдаль, тогда... Значит, как влияет? Если будет интересно, я расскажу потом, потому что здесь у меня три элемента содержательных, осознаваемых компонентов сознания. Символ. Вот не символ, как он понимается в общеизвестной литературе. Символ как замещение. То есть, по сути дела, символ популярный во всей литературе, фактически как синоним знака. Символ у меня понимается, это вот как писали два философа, уже на Мамардашвили. Символ это обладает, с одной стороны, этим предметным содержанием, но он не описывает это содержание, а это переключатель, который вводит нас в другой режим работы вот этих вот производящих органов. Семен, ну что значит посмотреть вдаль? 30 лет практиковать йогу, на что ты намекаешь? Или... Нет, посмотри, 30 лет я не намекаю, я говорю, что это надо, причем не 30 лет, а это вот точно так же, как ты чистишь зубы, да? Все время. Абсолютно обязательно, с моей точки зрения, для тех, кто занимается мышлением, кто хочет как-то быть. Абсолютно необходимо. Посмотреть вдаль как раз – это другое, это то, как это все происходит спонтанно. Речь идет не о соотношении индуистской традиции и античной в виде парменида. Здесь речь идет о соотношении двух интерпретаций. То есть моей интерпретации, даже как бы реально четырех, моей интерпретации индуистской традиции, моей интерпретации парменида и, соответственно, Алексей интерпретирует парменида, Алексей. И вот эти четыре интерпретации должны между собой взаимодействовать, что, с моей точки зрения, вещь абсолютно досужая и абсолютно бессмысленная. Ну, то есть для меня, то есть я не вижу в этом смысла. Не, я так понял, что я в этом другого просто. Вот онтология и субъект, да, вот это тождество. Вот вопрос с парменидом, не надо их совмещать, а вопрос это, что уже парменид об этом сказал. А, то есть они об одном и том же эти вот тексты, или это все-таки разные? Принципиально нет, поскольку во всей традиции, вот, ну, во всей традиции западноевропейской, начиная с античной, субъект всегда определялся, ну, то есть. Понятие субъекта всегда приписывались его мысли. В индуистской традиции субъект одно, мысли о нем уже не являлись субъектом. То есть в этом смысле все, что вот эти вот все сравнения, это все вот, вот такая болтовня, но в каком смысле? Это узнающая редукция или редуцирующее узнавание. И все. То есть это есть, ну как бы, вот это то, это так. Ну так, ну для тебя так, ну так оставайся с этим. Вопросы, реплики? Ну, можно еще вопрос, если позволите. Нет, Алексей, все не было? Или появились? Нет, и пока не было, сейчас появился. Это же, как известно, здесь что, есть ограничения, да. Что ли? Вот. Сем, а чем тебе не нравится позиция нормальной историкой философии, вроде Шойхиновской, Лысенковской, там, или Руэка, или там Лопеса, это нынешние авторитеты, да, в этой области? Они и практики, кстати, тоже. Рональдс, допустим, он живет 10 лет в этом монастыре, он там все изучает, знает языки, источники. А чего вот тебе вот это не привлекает? Сейчас не хочу, я закончу семинар, тогда я тебе расскажу. Ну, вроде бы это может быть и всем интересно. А чего он придумывает что-то такое, изобретать велосипеды, когда, может быть, лучше сначала освоить нормальный велосипед, а потом уже подумать, стоит ли изобретать? Я тогда, если других вопросов нет, я закончу семинар, потому что дальше начинается... У меня еще есть вопрос. Я потом отвечу, да, в режиме, ну, как бы, болтовни.
Это просто относится к методе подачи материала. Если как историк философии одно, как философствующий сам, это все-таки другое. Алексей, это не к методике? Это к методике преподавания относится, прежде всего. К твоему представлению? Нет, это методика преподавания, существующая традиционно во всех учебных заведениях. Во всяком случае. Значит, у меня следующий вопрос. Вот, доклад называется «Антология индуизма и трансформация сознания». То есть, имеется в виду западное сознание. Вот правильно ли я понял, что гипотеза и интенция доклада, что, что западная философия, она, в общем-то, где-то зашла в тупик, уперлась в нечто, что обращает ее, с одной стороны, к своим корням, а с другой стороны, ну, к некоторой вот заимствованию или походу в ученики к индуистской, буддистской традиции. То есть в этом вот отчасти пафос. Пафос отчасти да, но не полностью. Я бы не... Ну тогда вот как бы ты охарактеризовал вот ситуацию в современной, так сказать, западной философии? И вот что тут может дать с точки зрения индуизма? Ну так сказать, вот. Обобщая вот, выше, все вышесказанное. Во-первых, я не смогу, то есть я, во-первых, недостаточно объективен, чтобы всю философию охарактеризовать. Я могу говорить только вот в том аспекте, который меня касается и который я собираюсь в своем докладе. Тоже ответ такой длинный, может, я бы его тогда после сказал. Очень коротко. Да? Скажи, как можешь, как хочешь. У нас вот по программе сейчас вопросы... Очень коротко. В свое время, да, меня тоже как-то удивила фраза, она достаточно невинно прозвучала, но с моей точки зрения следствие хотя и громадное. Это вот Мамардашвили и Пятигорский, когда у них было вот три беседы по метатеории сознания, которые они писали как введение к Виджняна-Ваде, то есть вот к одной из школ индуизма Махаяны. Причем там ничего не было про Виджняна-Ваду. Это было именно введение, то есть некий механизм, некий аппарат, с помощью которого это можно было понять. Там во вступлении была эта фраза, о которой я начал говорить. Они говорят, что вот с их точки зрения, вот индийская философия представляет не только исторический интерес для нас. То есть вещи другой традиции раз, которые были очень-очень давно, но не только исторический, а какой еще? Да? То есть можно перенимать и можно, ну, можно просто учиться. Да, то есть в этом смысле я полностью согласен. О кризисе я бы не говорил. Вот. И я закончу сейчас просто такой тоже метафорой, очень простой. С моей точки зрения, то, как развивалась современная философия западноевропейская, с одной стороны, есть блестящее, совершенно блестящее описание конца философии и нового начала, то есть у Зильбермана вот генезис значения философии индуизма. Вот он там писал о философологии, науке именно о философии, которая должна ее именно, собственно, и начать. Потому что до сих пор, с его точки зрения, западноевропейская философия даже не начиналась. В отличие от индуистской, кстати. Аналогия очень простая. С моей точки зрения, философия и вообще все рациональное мышление западноевропейское существовало сейчас, вот как тот крестьянин, который занимается физическим трудом и говорит, что при этом у меня же, конечно, я чего-то достигаю, у меня развивается мое тело, мои мышцы, мои кости развиваются. Медитация для меня – это момент изолированного, специализированного, целенаправленного тренинга, то, как занимается отдельно спортсмен. Он ходит на тренировки, выполняет элементы, очень узконаправленные, очень многообразные. Медитация для меня именно является вот таким тренингом, который занимается спортсмен, в оппозицию вот такому вот мышлению. Естественно, мы мыслим, философы мыслят, это все идет дальше, но вот оно идет так, как есть. И без тренинга для меня это просто физическая работа, которой занимается лесоруб, строитель, там, крестьянин, не знаю, носильщик. Немножко вот отойти от аналогии и перейти уже к этим содержательным моментам, но вот с использованием этой схемы, это долго, это я могу потом.
Да, но твоя медитация, она вот она вне школы, она не системная, это твоя, так сказать, протестантская практика. Ну, она протестантская в том смысле, что это учителя, но, естественно, я ничего в принципе ничего не выдумывал, я просто брал все элементы, как мог отделял некоторые компоненты, которые мне казались обусловлены той культурой и тем образом жизни. А то, что оставалось, я для себя. Отнюдь в этом не преуспел, могу тебе сказать, пока. Пока. Мастером медитации ни в коем случае считаться не будет. Так, ну, спасибо Семену. Спасибо вам. Переходим к третьей части. Наливаем. С этого надо было начинать. Надо было начинать. Это было все. Один есть. Радуйте, да. Радуйте, да? Так это для того, чтобы создать вращение. Все можно говорить, зачем это все? Ерунда, конечно. Честно, до встречи. Это тебе подошло. Но в конце концов, то, что я вот разговариваю, я даже часто не записываю, текст не приду, в смысле, к итогу, и текст. То есть, все это требует, тут, казалось бы, пустая поцелуй. Ты немножко подумаешь, не пустая. Это то, что, ну, как бы, обеспечивает то, что обращается в корень, после чего даже думаете, что вы обращаетесь. На самом деле, вот, как бы, идете куда-то вглубь, после чего вот это вот выйдет гораздо более, ну, как бы ярко, более, ну, выпукло, более энергично. Это отодвигаешь, это, понимаете, это так же, как и, ну, я не знаю. То есть это получается не отказ. На какой-то момент надо отчасти это смена режима, но это примерно так же, как и вам необходимо спать для того, чтобы быть потом бодрым, да, не работать каждый день. Да. Но вам надо спать, и у вас все отключается. Тело, это да, просто что если вот мы говорим о чем. Потом так читается, гораздо лучше, чем текст. Правда. Но правда нельзя переводить текст. То, что начинаешь с трудом подбирать слова. Начинается со слезы. Ну, как-то выпить можно в любое время. В гараж поставили? В гараж. А где у вас гараж? В парк. А, туда? Поэтому так... его ставят только когда нам не нужно на долгое время. Так оно здесь стоит. У нас есть это для нас. У вас вообще под рукой. Под рукой, да. Писатель? Ну, он скорее авангардный писатель. Это в полицейские хроники не пойдет? Как нарушение после 10 часов? Да, с наступающими зимними праздниками. После 10 часов спиртные напитки. Неловко, это неизвестно, когда все это так денет. Это и оно, то, что неизвестно, как это будет, может быть, использовано. Ага, застеснялись, ничего. Ничего. Продолжение следует...
Ну, pateiksim. Nu, tas Zaķins nebija tik baismīgs, vai ne?